Продолжаем наше с вами путешествие-выживание в этом открытом космосе. Так, в прошлой серии мы остановились в памяти на том, что я прошел сюда и меня располовинило лазером. Так что давайте мы туда отправляться не будем. И давайте, знаете, что сделаем? Возьмем, наверное, вот эту вот пуссю, да? Вот эту вот пуссю, да. И походим пока мы с ней, чтобы не тратить потрошки. Так, надеюсь, здесь лазарей не будет. Жизнеобеспечение выключено. Погоди. Ага, понял. Понял. Принял. Это то есть нам нужно будет сейчас отбиться сначала от этих монстров, да? А потом уже все откроется. Насколько я понял. А не, нужно будет сейчас тут взламывать. Так, давай. Один есть. Второй. И вот, третий. Шикарно. Ну просто мы с вами хацкеры, ребят. Чисто мамкины хацкеры. Посетитель без допуска. Главный сервер. Слышь, ты отстань от меня, не хочешь? Говорит директор Тейтман. Немедленно отключить все функции солнечного кластера. Инициирована блокировка системы. Бластер, шмастер. Блокировка системы завершена. Мне очень жаль, Кларк. Знаю, чего ты добиваешься, и я не могу тебе этого позволить. Слишком многое поставлено на кон. И что мне делать? Ну, кроме как муравьем. Главный сервер. Нос приделать. Так, хорошо. Давайте думать. Тут по-любому нужно будет, да? Тут она F-ку, наверное. Нажать, либо нет. Ага, вон вижу. Вон вижу. А как мне туда попасть? По-любому где-то должна быть вентиляция, да? Посетитель без допуска. Главный сервер. Да я понял, что я без допуска. Понял, понял. Все, не кричи на меня. Что нужно? Ага. А ну, а если на Alt? Не, залететь мы не можем. Так, нет, на F-ку тоже нет. Ты тоже не берешься. Может, возможно, можно разбить окошко, как думаете? Посетитель без допуска. Главный сервер. Или навряд ли. Блин, он меня сюда не пускает. Так, лестница. Навряд ли же, да? Через лестницу мы сюда зайдем, ну да. А, вот оно чё. Вот оно чё, смотрим. Поехали. Направо, да? Ну да, тут все гораздо проще оказалось, чем я думал. Главное, чтобы тут на время не было. Главному серверу является нарушением гражданского кодекса станции Титан. Верните панели на места и отойдите от щитков. Так, тихонечко. Верните панели на места. Наверное, вот эти, да, штуки? Или какие? Хорошо. Давай их вставлять сюда. Посетитель без допуска. Главный сервер. Так, наверх. Я понял, что я делаю что-то не так. Мне нужно сейчас будет сначала сообразить,
какой последовательности, да, это все делать. Не? Ой. Отлично. Ну давай. Ну, есть, шикарно. Посетитель без допуска. Главный сервер. Да я понял, понял. Все, теперь я с допуском. Электрозащита главного сервера отключена. Соблюдайте осторожность. Что делать? Наверное, нужно будет дальше, да, идти? Внимание! Вы нарушаете множество статей Гражданского кодекса станции Титан. Немедленно отойдите от техники. И что ты сделаешь? Подруга. И что ты сделаешь? Так, мне и сюда как-то попасть бы. Только как именно? Давайте на Б-шку нажмем. Мне нужно как-то влево сюда попасть. А влево сюда могу попасть только, наверное, через какой-то другой проход, да? Хорошо, налево я могу здесь пройти, либо не могу. А, подтвердить. Во, во, ребят, во, все. Шикарно. Без допуска. Главный сервер. Так, поехали. Сейчас слева то же самое нужно будет сделать. Надо будет все то же самое слева только сделать. Так. Это мы откидываем, откидываем. Откидываем. Ёб твою. Угу, и куда его? Вот сюда куда-то. Так, давай смотреть. Посетитель без допуска. Главный сервер. Хорошо. Блин, как хорошо, что эта штука... которую на F-ку нажимаешь без дополнительной зарядки, но что нам не нужно постоянно вот это вот ждать, пока Мессино зарядится. Да? Правильно? Или неправильно? Не. Походу широкую на широкую нужно делать. О, да, правильно. Посетитель без допуска. Так, давай. Содержимое главного сервера под угрозой. Служба безопасности оповещена. Ага, здорово. Уходим отсюда. Сейчас надо будет с бабайкой разобраться и выходить отсюда. Так, где бабайка? Вот и бабайка. Ёб твою. Так, перевернуть. Схемы главного сервера крайне уязвимы. Пожалуйста, отойдите. Повреждение Хорошо. Схем приведет к сбоям в работе программ. Ради вашей безопасности отойдите от схем. Может, стрелять в них нужно? Ёб твою. Автоматические функции отключены. Блокировка отключена. Станция полностью переведена на режим падла. Управления. Добей ты его ножкой, алло. Отключено. Ага, у меня опять заглючила игра. Ну, в том плане, что я не могу сейчас теперь бежать и сохраняться. Блять! Фу.
сейчас иду к зеркалам. Придется перенастраивать их вручную. Как там Строс? Сам посмотри. Нет, умоляю, не надо больше иголки. Вы должны выпустить меня. Я не могу дышать. Строс, что случилось? Выпустите меня. Он ждет меня. Короче, этот, как его... Меня опять заглючило, помните, как прошла серия? Угу. А я бежать не могу. Просто в чем прикол, я бежать сейчас на данный момент не могу. К сожалению, бежать я не могу. И эту штуку тоже открыть я не могу. Увы. Крыться увы и ах. Что, давай тогда разберемся с ними со всеми. Ну да. Я не могу ее открыть, потому что у меня опять вот эта вот проблема с игрой. Иди ты мой. Я не знаю, просто если я буду сейчас заново перепроходить это все, ну это будет очень долго и нудно. Ну да, я не могу ни сохраниться, ни открыть, ничего я не могу делать. Давай попробуем, пусть меня сделают вот так вот. Давай, нападай. Мне надо, чтобы меня разлагало. Нереально нужно, чтобы оно разлагало. Не, оно не разлагало. Ну тогда ждем, пока мы откиснем, мало ли, может. Давай, давай, давай еще. Ну не тупи, ну давай. Ну? Да ты можешь напасть нормально. Бля, у меня вообще хп не тратится. О. Ладно, контрольная точка, ребят. Итак, вроде разлагало, вроде получилось это все сделать, ребят. Так что давайте. Так что давайте продолжать наше прохождение. Еб твою. Давайте проходить дальше, потому что реально я бы там бы не прошел бы. Ну то есть, когда она вот так вот лагает, ты ничего с этим сделать и не можешь. Все. Минус. Нет, не минус. Теперь минус. Отлично. Давай, снимаем эту штуку. Взламываем. Хорошо, раз, два и три. Заходим. И, по-моему, здесь нам нужно будет с вами взять какую-то штуку, чтобы мы могли здесь, да, открыть. Так, поехали. Это что такое? Что-то мы взяли. Не знаю, давайте, наверное, сохранимся на всякий пожарный случай. Я сейчас загляну, идет же запись, да? Да, запись идет, отлично. Потому что я себя знаю, могу... Могу начать и не включить запись. Это как было вчера, я записывал серию и не включил микрофошку. И до меня дошло только минут через 15. Пришлось перепроходить это все. Как тебе это удается? Держишь всю эту боль внутри, и ничего не отражается на твоем лице.
Никто никогда не узнает, какую вину ты в себе носишь. Никогда не узнает, какие черные мысли тебя гложут. Так, что нужно? Нужно что-то включить. С вами что-то включили. Так, закрыто, открыто, открыто, закрыто. Угу, значит, мы тут сейчас будем вот опять что-то присоединять, правильно я понимаю? Задание выполнено. Окей, пошли. Зона невесомости. Так. Альт. Все, полетели. А куда нужно лететь? Ага, вот вижу. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Стросс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. Так, здесь что нам нужно делать? Ага, в эту сторону, да, вот так? Или не? Так, Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаемся открыть кожух. Стросс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет, я обещаю. Просто подойди и помоги мне. Так, погоди, дай заправиться. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Господи! Да что такое? Сотни, тысячи! Они разбегаются! Элли, убирайся оттуда! Боже мой, они лезут сюда! Беги, Стросс, беги! Элли, Элли, да ответь! Бегу. Элли! Или ты не мне? Да что такое? Кто это делает? Ясненько, понятненько. А можно чуточку поэффективнее оружие? Все, закончились. Давай подниматься вот сюда. И перенаправлять панель. Если я правильно все понял. Так, это панель сюда, это... Нет, неправильно. Ага, вот сюда нужно, по-моему. Сейчас мы только кислорода наберем с вами, потому что... Боюсь, что сейчас откиснем. Ну, есть, отлично, полетели. Ну, по идее, успеваем. Только что-то мне вообще не нравится, как он у нас... Он дышит тяжело. Все, отлично. Есть. Интересно. Элли! Элли, вы там целы? Нет. Только мы добрались до перехода, как вдруг ударил луч. Айзек, эти твари все еще лезут в транспортный терминал. Они уничтожают все на своем пути. Дерьмо, они нас отрежут. Беги к терминалу, встретимся там. Интересно, а солнечная панель бы не загорела от такого вот луча? А куда мне лететь надо? Так, куда-то... Ага, вот сюда, да? Или куда? Так, игра, дай подсказку, пожалуйста. На Б... Ага, а, вот вижу. Так, Alt. Alt можно нажать? Все, есть. В
Все, мы справились, мы молодцы. Элли, ответь! Айзек, надо рвать когти к правительственному сектору, пока нас от него не отрезали. Тебе не успеть! Я успею! Успею! Успею, честно. Бластер-шмастер. Как в жизни, да я танк водил. Ля, какая штука. Еб твою. Нужно уворачиваться, да, от этих штук, я так понимаю. Правее, ниже, выше. Хорошо. А тут надо бы, наверное, в этой штуке, да, пролететь прям. Да, пролетели, проверяй. Надо было прям внутрь залететь. Ладно, ладно, давай еще раз. Давай еще раз. Ну, по-любому я раза с пятого пройду. Ну, с 23-го точно, ребят. Если нет, то... С 30-го это... По-любому вообще без вариантов. Так... Хорошо. Так, отлично. Полетели ниже. О, это нужно будет ниже вот так вот лететь. Ау. Ауч. Так, ну это второй раз. Еще 28 впереди. Сейчас главное эту трубу пролететь. Дальше, наверное, легче будет. Никогда не понимал вот такие вот штуки в играх. В хорроре, серьезно. Зачем это делать? Все. А теперь в трубу и выше. Ёб твою. Что это? Куда? 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 Окей, окей. Признаюсь вам честным, если бы я поиграл бы не на запись бы, а просто, ну, чисто для себя проходил. Я после третьего раза просто удалил бы игру и все, бы сказал бы спасибо. Но сами эту помойку проходите. Я даже остановиться не могу, ну то есть тормознуть. Она чересчур быстро летит. Так. И вот, ну, вот, что мне делать? А, вот куда. Да ёп... Ой, ёбаная помойка. Спокойствие, только спокойствие. Не, я мог бы, конечно, вырезать бы этот момент и сделать вид, что я прошел все с первого раза, но... Ну, кого мы обманываем, правильно? Так, ну я хоть уже понял, куда нужно. Сделаем вид, что он просто перезагружается, как в фильмах есть. Так, вот. Выше, выше. Выше, ниже. Выше, ниже. Так, а ну напиши мне в комментариях, какая это уже попытка. 635-я.
Тихо. Давай, 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 давай. Выше, ниже, влево, в бок, вправо. Неужели я справился? Нам же сюда? Да, ребят, сюда. Не, ну это достойно лайка, это реально достойно лайкуса. Мы таки справились с вами. Так, надеюсь, здесь дальше будет не на время. Я на это надеюсь. Так, ну здесь можно заряжать и автомат, Элли, я думаю. Вы где? Мы снаружи, скорее! Так, вы снаружи, скорее. Попупайте. Давайте что-то попупать будем. Что у нас, узлы по нулям, да? Давай, наверное, купим с тобой аптечку. Я думаю, она нам пригодится. Недостаточно кредитов. Да, все, выходим. Нужно будет по-любому сохраниться. Потому что второй раз перепроходить это все я явно не буду. Ну, где вы? Айзек, сюда! Нам в ту сторону! Ходу, ходу, ходу! Бежим к фабрике! Элли, ты сумеешь открыть дверь? Ты рехнулся? Я оттуда едва ноги унесла. Дверку открой. Так, давай так станем. Так, ждем. Бум. Хорошо. Айзек, я попробую открыть дверь Сиеси на твоем уровне. Ёб твою. Держись. Держусь, только можно чуточку быстрее. Отлично. Чёртов замок! Пытаюсь скормить ему свои коды, но... Женщина, быстрее! Не хочу тебя торопить, но можно немножечко быстрее. Да, у меня есть право доступа! Молодец. Открывайся же, паскуда. Падла. Слышь, подруга дней моих суровых. Можно немножечко быстрее? Открыла. Бегом. Айзек, смывайся. Смываюсь. Куда? Айзек, беги. Ты их всех не перебьешь. А, бегу. Давай, 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 давай. Есть. Шикарно. Элли, вы уже там? Все целы? Пиздец, Айзек. Просто пиздец. И не говори. Спокойней. Все нормально. Нормально? Этим утром я заступила на смену с бригады в 30 человек. Я глазом не успела моргнуть. Как все они превратились в монстров. Убегая, мне приходилось отстреливать руки и ноги моих друзей. Уверена, они и сейчас валяются здесь. Элли, мне очень жаль. Я прошла по кругу. И вернулась на то же самое проклятое место. Мы выберемся, обещаю. Давай подумаем, где встретиться. Да. Давай. В центральной части фабрики есть терминал. Скидываю координаты. Скидывай. Задание добавлено. Шикарным.
Так, что это у нас тут? Ага, взял, проверяю, ребят. Ладно. Ладно. Ну, по-моему, улучшений у нас больше нету. И улучшиться мы не можем, да? Но сохраниться мы в любом случае с вами должны. Так, куда бежать? Угу. Вот сюдой. 38 патрошков есть, хорошо. Ага. Одно улучшение. Ни хера не вижу. Если честно. Всё? Да ты шо, сколько здесь всего ля? Чисто хранилище, да, я так понимаю, здесь? Ёб твою! Испугал дядю. Ну все, 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 все. Басечки, ложись, ложись отдыхать. Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Так, идемте. Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ага. Ля какой. Ля какой хитрый, да? Сзади стоит там. Ждет, пока мы пойдем. Все трещит по швам, Айзек, и через трещины просачиваются воспоминания. И когда они просочатся, я буду ждать тебя. Хорошо. О, вообще шикарно, я вообще ничего не вижу. О, не, нормально. Так, куда? Окей. Побежали. Айзек, сюда! Дверь заблокирована. Она будет ждать. Похоже, последние, кто остался, оборонялись здесь. А сможешь открыть с той стороны? Нет. Все цепи выгорели. Шаг 4. Видимо, они взорвали панель, чтобы твари не пролезли. Должен же быть другой путь. После иглы. Выбраться можно только через линию переработки. Она не рассчитана на пребывание там людей. Шаг 4. Но я хотя бы могу ее выключить. Хорошо, давай. Отключение. Возможно, калибровка систем без предупреждения. Шаги. Хочешь, чтобы я следовал шагам? Возьми себя в руки, Стросс. Я скоро буду. А я так извиняюсь, я не могу я стекло просто разбить, не? Выстрели в него. У нас же оружие, правильно? У нас же тут же не рогатка. Зачем все усложнять? Они еще предложили разделиться по одному человеку и передвигаться только ночью. Так, куда нам? Еб твою. Ага. Стой, 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 стой. Да, 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 да. Падла. Пусть дядя сделал. Так, давай посмотрим, может мы с вами улучшим себе костюм. Две штуки есть. Давай на воздух пойдем. Все, отлично. Будет у нас теперь больше воздуха с вами. Да не туда я хотел за аптечку забрать, выйди, пожалуйста. Давай.
Блин, знал бы, лучше бы костюм бы, наверное, улучшал бы, а не оружие. Если честно. Зона невесомости. Кажется, я забрел в тупик. Впереди какая-то система, видимо, вентиляционная. Верно. При ручной остановке комплекса все клапаны закрываются. Тебе придется найти способ как-то открыть люк. Давай Alt. И давай смотреть. Давай смотреть, что от нас хотят. Ну, я понял, что нам туда. А только куда нам... Куда нам эти штуки вставлять? Ну, смотри, оно заряжается, правильно? Правильно. Может, куда-то... Погоди, либо нужно их взрывать. Навряд ли. Навряд ли, думаю, их взорвать нужно, да? Или нужно? Кто мне подскажет? Кто покажет? Ага, ля. Так, а если мы вот так сделаем? Бум. Бада-бум, ребят. Писто биг бада-бум. Не, по-моему, я правильно думаю, наверное, что нужно тут так взрывать. Только что взрывать конкретно? Наверное, вот эти вот штуки, да? Вот эти вот светящиеся. Давай в них попробуем популять немножко. Ноуп. Ноуп, ноуп, ноуп. Погоди. Погоди. Зона гравитации. Ну, только не говори, что мне сюда нужно его засовывать что-то. Так, стой. Сейчас, ребят, дайте мясо. Сообразить. Дайте сообразить. Наверное, не зря эти штуки здесь разламываются, или зря? Не, эти штуки не останавливаются. Ладно, ладно, сейчас подумаем. Я понимаю, что вы уже знаете, что нужно делать, но... Зона невесомости. Я, если честно, без понятия. Ёб твою. Хорошо, давай тут посмотрим. Что у нас тут ждет с вами? Ага, дверка почти открыта. Это мы ее почти открыли, или она такая была? Так, залети, пожалуйста, обратно.
такие сделали или нет? Элли, еще один люк закрыт наглухо, я не могу пройти. Тут где-то должны храниться ускорители, ну те с красными наконечниками. Открой дверь с их помощью. Хорошо, хорошо, поищу. Значит, правильно. Все. Нужно стрелять просто вниз. Вот, все. До меня вдруг дошло. О, видите? Так, а мы можем пролезть. Не? Еще чуть-чуть, да, я так понимаю. Ой. Случайно нажал вместо Alt Escape. Бум-бум, поехали. Есть, но нож срабатывает, правильно я понимаю? Я же не зря потрошки трачу. Вроде да. Сейчас сделаем биг бадабум. Во. Только что-то оно ни хера не хочет двигаться дальше. Или мне точно по центру надо бить? Все, могу пройти. Нет, не могу. Куда мне нужно бить? Наверное, прям вниз. Ну, зайди. У меня так скоро закончатся потрошки. С этими головоломками. Вроде и двигается что-то, да? А вроде и не двигается. Ну, походу, сюда надо бить. Какие-то звуки издают. Не, все еще не все. Хорошо, давай один сюда направим. Один вот сюда направим. Один вот сюда. Поехали. Ничего не понимаю, честно. Ну, синим вижу светится, красным светится. Ну, реально, значит, сюда нужно бить куда-то, если синим светится. Давай лететь. Почему она его не двигает? В чем проблема? Что я упускаю? Но в любом случае, я что-то упускаю. Конкретно. Аж конкретно в опору надо бить. Так, я заблудился. Вот. Ну вот, смотри, видишь, светится синим. Или мне в другую сторону нужно его открывать? Давай попробуем отсюда запустить.
Посмотрим, будет ли оно вверх открываться. Не, нихера. Запусти ускоритель, запусти гребаный ускоритель. Куда его запускать? Оно тут даже не двигается. Да, я ж угадал. Оно же даже и не двигается. Ну да. Так оно. Ясненько, ясненько. Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Ну, сори, ребята. Что я могу поделать, правильно? Кларк, вот ты где. Вижу, твоя подруга выключила конвейер. Передай ей спасибо за то, что выдала твое местоположение. Я запустил цикл переработки, частью которого станешь и ты. Это конец, Кларк. Дейдман, так не должно быть. Должно. И так будет. Прощай, Кларк. Да, давай, до побачення. Ага, мне сюда, да? Быстрей, быстрей, быстрей! Погоди, мы прошли? Нет, не прошли. Что мне нужно? Мне нужно остановить тебя, да? Нужно тебя остановить. Потом тебя, наверное. Тихо. И пролететь. Ага. Еб твою. Погоди, погоди, погоди. А, у меня цей штучки нету. Все, теперь есть. Теперь есть. Бум. Биг бадабум. Элли, ты отрубить эти штуки можешь? Нет. Тейдман как-то убедил систему в том, что я мертва, и теперь мои коды не работают. Надо же. Дерьмо. Что-то приближается. Стросс, помоги мне с этой дверью. Я хочу, чтобы ты его увидела. Ты должна следовать шагам. Что? Ну нет. Заткнись и помоги мне! Черт возьми! Элли! Элли! Вот мужик что-то знает тут по поводу шагов. Что-то мне так кажется. Наверное, в конце он поможет нам разгадать эту загадку с шагами. Наверное. Мы же сюда добрались, правильно? Нам же сюда надо. Ага, вот еще одна штука такая. Теперь мы так тупить не будем. Я теперь знаю, что нужно делать. Только выстрелить больше нечем, да? О, есть.
Так, держу в курсе, это все наши потрошки с вами. Ага, и что делать? Ёб твой, ты кто такой? Кто ты, чудовище? Так, и что мне делать? Лететь вверх просто? Так, хорошо. Ля, ты крыса. А у меня мало потрошков. А точнее, у меня их вообще нету. Так. Отстань, пожалуйста. Все, закончились. Закончились, походу. Так, и что мне нужно делать? Ага, вот сюда, окей. Для этого мне понадобится эта штука. Так, где дверка? Я потерял дверку, ребят. Погоди. Погоди, я дверку потерял. Потерял гребаную дверку. А, вот иди. Так. Открывайся. Все, мы почти на месте. Ура! У вас все в порядке? Нет, нет, не все. Шаг 3, Элли. К двери, шевели. Держитесь, я уже близко. Давай, Трос. Так, ребят, хорошо, но потрошков у нас, вы видите, 7 зарядов всего лишь. Всего лишь 7 снарядов. Так, давайте в рукопашку. Давайте в гребаную рукопашку, да? По-другому тут никак, я так понимаю. Все руки и ноги на месте. Вы в порядке? Типа того. Всего 4 шага. Но не благодаря этому Шизику. 3, 4. Шаг 4. Она будет ждать. Строс, ты как? Держишься? Ему становится хуже. Что такое шаг 4? Кто будет ждать? После винтов. После иглы. Она будет ждать. Он совсем плох. Надо двигаться дальше. Выше есть грузовой транспорт. Используя те же пути, что и пассажирский. Шаг на 4. Нем доберемся до правительственного сектора. Но сначала надо вывести его из депо. Она смотрит. Сделай. Спрашивай. Оставайся тут и попробуй поднять его на ноги. После иглы. Она будет ждать.